Привет, друзья! Вот оно, наконец-то, долгожданное открытие летне-осеннего охотничьего сезона 2018 года. Мы с Илюхой едем. Всем привет. Илюха там за камерой, здорово. Привет, привет. Вы еще увидитесь. Едем по трассе. Сегодня едем за день до открытия. Сегодня 10 августа. Вот, на совершенно новое место. Ну как новое? Для меня это место, я там был лет 5. Это, то есть вы заметили, я немножко изменяю традиции. Открываться будем не на моем любимом месте, к которому вы уже привыкли и видели не раз мои карьеры любимые в районе, там, где у меня дача. Но едем в другое место. Это граница Тверской и Московской области. Это тоже бывшая карьера торфразработок. Так посмотрели по карте, вроде место перспективное, интересное. Вот я там был 5 лет назад, карта вообще практически мной не изучена, ну процентов может быть на 15-20 я там поплавал. Утки тогда там было очень много, то есть там очень хорошо отохотились. И что-то оно мне, это место, так запомнилось. Я думаю, ну что, дружище, давай с палаточками соберемся на пару дней, на утряночки, вечерочки, рыбу половим, говорят, там карасики водятся. То есть вот у нас такой будет охотничий поход, именно запланировали, прям с палатками. Вот, и сегодня у нас день такой ознакомительный. Мы сейчас сперва в контору, во-первых, едем за путевками, там с 9, да, Илюха, они? Да, с 9. С 9, ну вот сейчас мы как раз примерно к этому времени туда подъедем, оформимся, вот. И уже потом едем на карьеры. Наша задача на сегодня – это выбрать место лагеря, посмотреть подъезды, вот, так, чтобы машину аккуратненько поставить, разбить где-то лагерь, желательно недалеко от воды, чтобы там и лодку было удобно спускать. Потом далее выплыть на воду, посмотреть на завтра, где мы на утрянку, там где-то островочки какие-нибудь, где желательно твердая поверхность, чтобы мы туда встали. И наметиться уже туда, чтобы по утрянке там в 3 ночи мы спокойно туда выплываем и садимся, охотимся. То есть вот такие, да, ну и еще параллельно этому как бы потом попробовать порыбачить, карасика половить на ужин. Мы вообще, Илюх, что добыли, то и едим. То есть у нас еды минимально, вот, так и все вообще в принципе охотники поступают. Так что, ребят, у нас такое будет приключение. О месте уже подробнее тогда буду вам показывать, когда подъедем туда. Вот, сейчас уже едем по трассе. Погода просто прекрасная, показывает сейчас 22. Но я думаю, что будет сегодня по прогнозам, по всем, где-то градусов, наверное, около 30. И вообще, я посмотрел прогнозы, как бы такие, ну, примерно где-то, ну, жарко, в общем, жарко. Так что, ребят, в путь, навстречу приключениям. Увидимся уже с вами на карьерах. Сразу двойную пайку у меня. Заполнил, Леш? Да, заполнил. Молодец. Все, берем путевки и вперед. Путевки мы с другом взяли. Путевки на руках. Теперь едем на карьеры. Будем там разведку проводить. Вперед. Подбираемся мы потихоньку к месту. Здесь вот такое болотце проезжаем. Вот это канава слева от дороги. Я 5 лет назад тоже здесь же проезжали. Тут черти сидели. Сейчас не видно. И вот видно заросли, кустарники. Все это поросло. Прям такое, Илюх, место прям вообще. А там что справа? Там такие разливы. Тут по весне, наверное, хорошо здесь сидеть. Болотце. Бор, да. Ну, это хорошо тут по весне сидеть, селезнем. На селезне, точнее. Все. Да нет, так она тебя не подпустит. Офигенно красиво. Ага, все, ушла за кадр. Ну все, друзья, приехали мы на водоем. По карте я до этого посмотрел по спутнику, и место примерно наметили. Уже сходил, тут такая рощица березовая.
Вот. Ну там такой подрост небольшой, его можно срубить, в принципе, тенек. Туда сейчас будем лагерь ставить. Вода сзади. Все, на месте дальше посмотрим по карте, куда будем выплывать. Островки. Илюх, он там в бинокль. Лысух, да, Илюх, ты там? Да, там стая лысух. Стая лысух. И чинга. Это не наша утка. Вот такое место прекрасное. Водоем, тут открытая вода. На ней мы охотиться, естественно, не будем. Поплывем на острова. Вот, и дальше уже посмотрим. Сейчас я пойдем вам покажу, где лагерь планируем поставить. Ну, для палатки, смотри, вот так вот расчистить здесь, да, вот это вот все. Посрубать мелкие. Какую-то полянку, да? Да, поставим стол. Ничего. Палатку. Да, то есть вот эта вот поляна, смотри, если что... Если что, березнячок тут тенек, хорошо, такая жара, вот, сейчас такая жара, что это самое, нам как раз, и если дождь пойдет, тент можно натянуть будет. Ну да, есть откуда. В принципе, давай здесь, а где еще какой вариант? Вот это самый такой вариант получается. Ну все, сейчас мы будем разгружаться, ребят, и ставить палатку, лагерь разбивать. У нас полный фарш здесь, но это все приберется, 40 литров воды. Пенки всякие, тут эти плитка, рюкзаки, палатки, столы, стулья. В общем, мы подготовились, ребят, внушительно. Потом я вам все быт покажу, когда наладим. Илюха учится копать холодильник. Первым делом жара стоит. Я уже в одном из фильмов про весеннюю охоту на селезня показывал. Тогда было, в принципе, холодно, можно даже лед не тащить было. Сейчас выкопаем, где-то сантиметров 50-60 в глубину копается яма. Вот, еще из дома заморозили баклажки с водой. Там лед. Полиэтиленом выложим. Вот, как копается-то нормально. Ну, тут торф. Тут торф, да. Он нормально копается, корни. Вот, место должно быть такое тенистое от прямых солнечных лучей. Корни там перерубай, Илюх. И копай, копай. Вот Илья выкопал яму. Сантиметров, ну, 50, ну, 60 примерно. Прокопался торф, глина и песок пошел. Скоро нефть, Илюх, будет. Так, взял гарбичный мешок черный, вот такой вот. И его рвешь ровно пополам. Вот как он идет, так его и дели. На дно кладем баклажки со льдом. Там еще лед, да, кстати? Нихрена, там уже не лед. Ну, почти. Ну, холодненькое. Ну, холодненькое. Какие-то разморозились, которые были в втором пакете. Те не разморозились. Так. Да все, да, да, вот так, все, 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 Илюх. Вот так вот. Отлично, так, отлично. Теперь берем продукт. Колбасу оставь, мы ее давай, сейчас съедим. Ее сейчас заточим. Это тоже, да, сейчас. Сколько угодно много. На жаре, не думаю. Давай туда сыр, майонез клади. Еще там одна пачка сыра была. Ну, я думаю, сейчас угомоним этот сыр. Ну и все, оставь ее с колбасой. Давай, все. Вот наш скромный обед. Кетчупа ничего не будет. Кетчупа ничего не будет. Здесь тоже. Зелень тоже, да. Вот, запаковали вот так вот в пакет. Положили, проложили. Вот даже у тебя хватит еще и это. Вот так вот. Ну да, как-нибудь. Все, теперь берешь этот же полиэтилен. Этот же полиэтилен. Подожди, подожди. Да, можно и так. Теплоизоляция у нее очень хорошая. У этого мешка. Так. Куплено какой-то АЗ за 50 рублей. И заворачиваем. Вот так вот. Холодильник индензит. Самое главное в этом во всем, это даже не то, что там что-то испортится, хотя это тоже. Самое главное, это защитить продукты от мух.
потому что если пойдет, ну, мухи откладывают личинки, если все, то продукт пропадает. Пока не пригодится. Вот так вот. Друзья, в общем-то, быт наладить не проблема. Мангальчик, дровишки, уголь есть, столик, стулья. Стулья вообще шикарные, режиссер. Садишься, Илюх, тебе вот согласись, не хочется вставать, да, с него? Сел, вообще, это не реклама, ребят, хорошие стулья. Посуда, плитка, все есть, палаточку вот поставили. Тут это приберем все. Там у нас умывальня. Вот, ребят, рассказываю вам, как можно все организовать быстро. Вдвоем все сподручно. Вон здесь два наших спальных места. Даже подушки есть. Даже подушки из дома взяли. Вот так вот. Ну, это весь скарб. Сейчас надо будет попшикать от комаров, закрыть. Тут в палатке хорошо, сетка есть. И с этой стороны тоже москитная. Закрываешь, продувает, а комары не кусают при этом. Такая тут рощица прекрасная. Березовая красота. Жарко, но здесь хорошо загораживает. Деревья загораживает. И у нас тенек всегда. То есть вне зависимости от того, куда солнце идет, у нас тенек. Холодильник свое дело делает. Ведро нам еще это, я надеюсь, пригодится. Потом объясню для чего. Вот такой быт. Друзья, лодку я уже надул, Илюха там додувается. Сейчас наша задача предстоит выплыть вот туда на воду. Там вот есть островочки такие, метрах 500. Хотим попробовать до них доплыть, оценить, сколько это займет по времени, чтобы завтра уже на рассвете, часа в 3 ночи, спокойно туда держать курс. Ну, вообще, разведаем обстановку, водоем. Место, как я говорил, я был 5 лет назад, сейчас не знаю, что здесь, как изменилось. Воды сейчас мало, засуха такая стоит. Поэтому где-то местами будет сухо. Ну, в принципе, это хорошо, можно будет на твердую поверхность сесть. Ну и по возможности нарыбачить карасика на ужин. Так, ну я примерно засек 20 минут пятого. Пойдем косо пообследуем. Половина. Не, ну 20 минут это пока я тут настраивался. А, давай здесь через проход, если тут, конечно, не отмель. Пройдем? Конечно. Ну, отлично. О, давай я тебя подтолкну. Вот там еще, где стоят, там коса интересная такая. Илюх, а вот там вот что за коса вот эта? Вот как ты думаешь, вон? Вот, вот эти вот островочки такие, вот, вот. Пойдем посмотрим, до них они ближе. Там намного ближе. Они ближе, да. И они ровно по центру вроде стоят.
Вот туда, куда ты показал, туда не 10-15, туда плыть полчаса где-то минимум. Да, на приеме. Я пойду сейчас вот этой левой стороной туда, до этих дойду, посмотрю, что там за березки. Ну, в общем, по этой косе пройдусь. Это как бы островочки такие, сеть островочков. Я вот думаю, где-нибудь на них завтра вставать. Которые слева? Да, вот. Нет. Не слева, вот ты рядом с ними стоишь. Вот эта сеть островочков пошла. И она тянется туда, к лесу практически. Я и хотел обойти с той стороны посмотреть. А, ну давай, давай. Ты с той, а я с этой пойду. Лишь бы это был, не был полуостров, нельзя бы это обойти. Ну, вроде как остров, не знаю. Ну, я вообще справа пошел, его обойду, встречусь здесь, а то как-то. Да, ноль-ноль. Вот, друзья, доплыли мы с Илюхой до этих островочков. Это как бы коса такая идет. Она уже разделена, конечно, водой. Все это затоплено, естественно, когда-то было. Бывшие торф-карьеры. Запашок такой характерный стоит. Ну, кто на карьерах торфяных охотился, тут меня поймет, ребят. Вот. И теперь, вот я смотрю, вот здесь вот прям хороший, так сюда вот прям хорошо можно вылезти. Прям твердая почва. Такой прям насыпь, ну нормально здесь. Вот, здесь уже вариант как бы стоять. Может сзади идти, здесь идти. Тут уже лучше. И в принципе это как бы, ну не середина. Середина она там, где мужики вот на лодках стоят. А так вот ближе уже как бы к тому лесу. А пока, кстати, плыли, вот прямо из-под этих кустов, вот здесь вот, вот там сидели. 10 уток поднялись, 4 вот туда пошли и 8 туда вот куда. Илюха сейчас вот так загибается туда, поплыл. Там исследовать. Ну что, я сейчас попробую вылезти вот здесь вот и посмотрим. Вообще изучим эту косу, посмотрим, вон она аж туда тянет. Ну там, наверное, разрывы эти будут. В общем, место мне нравится. Так, а лагерь у нас вот там, вот в том лесочке. Ну, как прямо отсюда. Ну, сколько, наверное? Ну, здесь метров 500, да, наверное, получается. Метров 500, не больше. Вот туда вот нам, в ту степь плыть. Это нормально. Все, я сейчас выбираюсь, ребят, и там уже посмотрим. А там, кстати, вот тоже дамба стоит. Там вот, ну, вам, наверное, не видно сейчас в камеру. Там машины, рыбаки. Ну, завтра оттуда будет тоже, приедут охотники, будут тоже там стрелять. Я думаю, что утка и сюда должна пойти. Совсем на открытый, то может, и не пойдет, но... Ну, это уже как повезет, тут уже как фишка ляжет. Выбрался я на эту косу. Прекрасное место. Чем не вариант? Где-нибудь вот сюда вот встать. Бутылки мусора, правда, гадят. Везде гадят. Где-нибудь вот так встать, или даже, может быть... Не вот так, а вот там интересно. Это не утка случайно пошла? А, ну здесь вот тоже твердая. Здесь тоже твердая поверхность. И, в принципе, можно и сюда тоже. Да, вполне. Здесь тоже можно. Лодку сюда перекинул. Вот так вот прошел по протоке. Выплыл там, подобрал ее. Там вот островочки какие-то тоже интересные. Сейчас дойду, посмотрю, где там Илюха. Нет, в принципе, тут место хорошее. Вопрос, полетит ли она так, это уже второй вопрос. Где тут садиться? Ну-ка, а я сюда вот еще пройдусь. Главное, чтобы тут ям этих не было всяких. И знаем мы эти косы. Ну да, тут так вот подзаросло все. В принципе, даже вот сюда можно садиться смело. Вот прям в эти кусты. Солнце у нас будет вот там вот завтра припекать. Ох, тут даже бревнышко есть. Фу, вообще красота. В бревнышко прям сюда сел. Вот так вот. И сидишь себе, караулишь. То есть солнце вот так не будет мешать.
стрельбе все будет нормально. Я надеюсь. И обзор такой тут хороший. И вода чистая. Если упадет, то упадет на воду. Как я и люблю. Так. Ну, в принципе, теоретически план намечен. Можно еще посмотреть, что есть еще. Можно вот туда, в кусты, но там неудобно. Я тебе предлагал вот эту косу прошерстить, посмотреть. Там где... нормально вполне. Там один минус. Там кустарник. Нет, то ты будешь хорошо, у тебя, допустим, будет этот самый. Ты будешь контролировать, допустим, только одну какую-то, а потом можешь развернуться. Давай вдоль косы этой пройдем, Илюх. Да я там видел, я его хочу дойти посмотреть там еще. Куда? Ну вот дальше ты этой косы. Либо вообще тогда вот то место сейчас исследовать, плыть. Ладно, сейчас решим. Ну, получается, вот. Вот те вот, где березки вот эти. Ну, не березки, остовы. От берез. Гнилушник этот. Вот туда вот. Вот на ту косу. Завтра. Ну, да, их видно, в принципе. Че, вдоль вот этой вот косы пойду. Вот так она идет. И как раз туда приплываю. И туда куда-нибудь подальше, там метров 100, говорит, Илюха встанет. И нормально будет. А там вот дальше вот такие просторы открываются. Вот вообще. Красотища. Ну-ка, Илюха там... Сидит, смотрю, что-то непонятно, таскает что-нибудь, не таскает. Ну, надеюсь, натаскает. Ну, все, сейчас пока доплыву. Пока доплыву. Там пока все это хозяйство разберу. Надо еще патроны подготовить, подсобраться, чтобы завтра сразу уже... встать, чтобы голова не болела ничем, не забита была этими сборами, а уже просто рюкзак, лодка, ружье, все, и вперед, и вперед. Да, вон туда, в ту сторону, к тому лесу. Все, ребят, увидимся на базе. Ну что, друзья, я вам могу сказать. Значит, сейчас вызывает меня по рации Илюха. Говорит, а у меня, ну, тогда он меня вызывал с воды. Одного карася поймал, бешеный клев. Сейчас вызывает по рации, говорит, а у меня, говорит, ни одного. Я говорю, как так? Он его положил в пакетик, привязал к веслу. Потом, глядь, а пакетик-то пустой. Карась ушел, больше поклевок не было. То есть сегодня мы ужинаем. Подножным кормом. Картошка, ну хорошо, он сосиски еще есть. Сейчас пожарим. Все, на сегодня у нас такой вот рацион. Пьем чай с баранками, тут сушки есть. Так что все прекрасно, друзья. Значит, будем вот так вот сегодня жить. А эти мужики-то, они на рыбалку приехали. Вот, и он мне место как бы подсказал, парень. Ну, они там выпили. На веселе такой, хороший парень. Он местный. Местный? Да. Ну, один из них точно. Вот. Вот где ты стоял, от того места влево. В кусты. И, говорит, прям на выходе еще, около этого самого. Прям на выходе по каналу, если по этому плыть. Там тоже такая заводь, кусты, там как бы глубина такая, 1-2 метра. Ага. Ну там, говорит, карась по 300 грамм где-то стоит. Не, карась приличный, кстати говоря. Вот. Карась приличный, да? Приличный взял у меня, по крайней мере. Ну ладно, Илюх, этот, ничего страшного, ушел и ушел, целей будет. Значит, этот самый, пусть дорастать поплыл. Вот, друзья, и картошечка подоспела. Красота.
на природе. Прям горяченькое. Здорово. Ну так, не сказать, что прям, вот лично я, не знаю, как Илюха, не сказать, что прям устал там. Нормально, то есть не особо так напрягались. Вот, ну сплавали, да. Так, на лодке вышли хотя бы, посмотрели. Все как бы нормально, все по регламенту. Вот сейчас заметил, ветер стих. Прям тишина такая. Где-то мужики тоже приехали там с палатками. Они на рыбалку. Вот. Илюха там колобродит, машину пошел. Да, документы пошел относить. Приятного аппетита, друзья. Люблю новые места вот так изучать. Особенно вот с другом приехали. Ну, хорошо так, с палатками. То есть не люблю спешить никогда. Вот, когда там быстро все, давай. Тут вот приехали, расположились спокойно. Создали быт себе, все условия, как говорится. То есть мы не то, что какие-то экстремалы. У нас все есть, плитка газовая, все, мангал. Ну, все как у цивилизованных людей, да. Кроме там электричества и водопровода. Ну, и канализации, да. Вот. Но как бы при этом такая определенная доля комфорта есть. Ну, вот зачем там выдумывать чего-то экстремальное, если все это позволяет. Вещи все есть, это снаряжение. Ну, такое, это вот мы буквально тут, я не знаю, это всего лишь какая-то малая часть этого водоема, этих торфяников. Я как бы заметил тут вот, в отличие от моих, куда я езжу на охоту, вот, вы уже тоже привыкли к тем местам, к тем карьерам. Там есть схожесть в том, что вот идут такие лужи, канал длинный, и вот тоже большая вода. Ну, здесь воды больше, здесь вообще вот эти торфяники, они по объему больше, по площади больше. И воды открытой тут вот больше, и такие вот прям колки, островки, вот, ну, красиво, мне нравится. Завтра посмотрим, заплыву я все-таки на тот остров туда. Вот, так что вот такие дела, буду доедать картошечку. Ну что ж, друзья, я в палатке, Илюха кипятит чайник, завариваем сразу же термоса на завтра и ложимся спать. Время 10 почти, вот, вставать рано, часиков 2, комаров полно, надо что-нибудь сюда будет это, попшикать что ли. В общем, вот так вот прошел день, всем пока и спокойной ночи. Поздравляю вас с открытием. Суббота, 11 августа. Вижу! Так, сейчас я доплыл до островка. Вот этого своего посвятил мужикам, что я здесь. В общем-то, все хорошо, мужики на том берегу, ну далеко. Здесь, на этом островочке, вроде никого вообще. Никто сюда не намеревается. Вот, Илюха, наверное, сейчас... Илюха вообще, наверное, на этой косе встал. Там уже такой, наверное, в камеру пока не совсем видно, но там уже такой предрассветный идет. Предрассветная пошла. Не, ну где-то, конечно, бомбят они. Краем она ходит, краем. Да, ну, видать, охотники сюда, которые постоянно ездят, они места такие знают.
вообще. Ладно, хоть так. Высоко ходит очень. Вообще еле видно. Не, ну конечно, не сравнить с прошлым годом. Летает она поактивнее здесь. Но ее мало, ее тут мало, охотников много. Место такое неизученное. Да, это, скорее всего, вот та, которая там полетела на круг такой большой. Они большими кругами ходят, и в основном все по краю. О, Илюха поверху две. Не, не достать. Ну высоко идут, высоко они пошли. Да, высоко пошли. Слушай, а может и на меня заходят? Я вот не вижу. Нет, туда пошли. В ту степь. Две. Ну высоко, высоко ходит. Не достать, конечно. Ну что, друзья, товарищи. Время часов 5, наверное. Да, ровно 5 практически уже с хвостиком. Значит, что я могу сказать? Утка летает где-то еще, летает высоко. От меня она летает далеко, так что я даже вообще не стреляю. Я даже туда не смотрю. Там где-то прилетает. В основном вот так вот она туда идет. Вот, думал я изначально туда, на те островочки, пробовать вставать. Ну, может быть, туда и на вечерку сплаваем. Сейчас, когда будем собираться, с Илюхой посоветуюсь. Может, туда и сплаваем. Посмотрим, может, на вечерку туда встанем. О, кстати, пошла. Ну, это ж пальцем в небо, это так вот. Я ж говорю, ну, это нет, это куда там. Она даже сюда не заходит. Развернул ее, ну сейчас может еще и развернется. Ну то, что она летает, летает, ей просто сесть не дают здесь. Вот, и такой рассвет уже хорошо, ветерок пошел, рыбаки высыпали, уже на лодках мужики сидят. На том берегу туман такой, восход и туман, и рыбаки. Это красота, вот прям я любуюсь всегда такими моментами, вот, на утрянке, в жизни вообще, вот, очень красиво. Ну да, вот такая вот в этот раз утрянка получилась. Можно сказать, и не получилось. Ну хотя как не получилось, все равно такая красота полюбоваться. Давно я не выбирался и ждал уже сезона. Вот. Не всегда бывает удача, это тоже рулетка своеобразная. Где она полетит, как она полетит. Ну мужики вроде подобывали там где-то. Молодцы. Ты ж высоко-то она ходит. Как же высоко-то она ходит. Никак не достать, ее вообще не достать. Не достает дробь.
только такие. Кстати, вот когда такие прям идут перьями, как бы, да, с такими завитушками на конце, это к смене погоды. Завтра, ну или там послезавтра уже, возможно, уже и похолодает, и может и дожди пойти. Так что завтра может все измениться. Ну что, дружище, такая вот утрянка. У меня, наверное, это первая утрянка без трофея. О, смотри, о, вообще рядом прошла. Ха-ха. Вообще красота, да? Вот так оно всегда бывает. Вот она вообще прям рядом тут, во, вот так. Не, ну тут солнце, я бы ее не увидел. Вон она, кстати, на круг заходит, подожди. Сейчас еще, может быть, не все потеряно. Ну, вдоль леса идет, там сейчас ее подобьют. Вдоль леса пошла, она, похоже, там осела куда-то. Какие? Там мужик на моторе проплыл. Я не думаю, что там... Если бы она там была, она бы давно поднялась бы. Под... Илюх, подожди меня, сейчас я лодку... Давай вместе поплывем. Ну вот это хорошо прошла, прям хорошо. Вот. Да, да, и от меня. Но я ее увидел поздно, потому что солнце, видишь. Она все, они, видишь, по одной летают. А патронов-то истратили, блин. Я пачку. Ты пачку, да? Не, у меня там еще, по-моему, пяток остался в пачке. А? Я тоже не все нашел. Ну, в кустах где-то там. Ладно, пока, островок. Мы еще встретимся. Я думаю, вот по вечерке посмотреть, куда еще встать можно. Да вижу. Ну, пойду попробую. Ну я так-то попал вроде вообще в это. Я ж попал вообще вскользь. Нет. Я тебе говорю, плохо она упала. Да она сейчас по кустам. Ты вот с этой стороны иди. Потому что может переползти вот сюда вот. Карауль. А я попробую коряжник оплыть.
Блин, как его оплывать еще? Так, а это что, это коряга, да, плавает? Или нет? Что-то я не пойму, солнце в глаза. Вот же, по-моему, утка-то. Точно. Ха. Вот же, елки-палки, ну слава богу. Хорошо хоть черочек, ребят, ну. Черок, да. А? Да, да, она, я поздно заметил, прям по воде вот так прошла. Ну вот, это хорошо, Илюх, что нашел. Я так расстроился, честно говоря, я думал, что либо вообще ушла, либо в кустах где-то забилась. Маленький, но вкусный. Вот так, друзья. То есть уже получается, уже не пустой. Илюх, пойдем кусты-то шерстить или нет? По кустам пойдем или нет? Или на базу? Кустам надо. Да надо бы. Давай по кустам, но тогда пошли туда, вот сейчас на этот самый и направо. А вон парни сейчас там прошерстят, поднимут. Все, работает. Там, понимаешь, туда мужики на рыбалку вот заходят в эти кусты. Если бы там она сидела, они подняли бы. Короче, вот там есть протока, вот там чуть дальше, вот за теми. Можно попробовать туда сплавать. Вот прям по солнцу, как мы идем. Ну что ж, друзья, закончилась утрянка, первая утрянка открытия летне-осеннего сезона 2018. Прямо-таки скажем, утрянка необычная. Ну, они вообще всегда бывают необычные. В принципе, ничего удивительного. Небо высокое, безоблачное. Было, в принципе, предсказуемо, что она будет летать высоко, утка, я имею в виду. И шансы добыть ее низкие довольно-таки. Вот ребята, те, которые тоже стреляли за спиной, там тоже практически без результатов. Мной добыт черок. Причем
удивительным чудом я, кроме как вот удачи, это назвать не могу, потому что мы уже выплыли, в принципе, с Ильей обратно и загибались за эту косу, и он просто как-то из-за спины у меня начал идти, ну, он низом прям пошел. Я еще побоялся, что как бы это был подранок, но вроде как бы он дошел, нормально все получилось. Вот такая вот получилась странноватая охота, прямо-таки скажем, но результативная, как видите. Поэтому, в принципе, черок – это лучше, чем ничего. Сейчас я его чищу, подготавливаю и засаливаю, а вечером будем его коптить на коптильне. Идем на базу. А эти потом, я смотрю, а этот один летит, он причем, ну, хорошо на меня идет. Я начал стрелять. Он там вообще даже глазом не повел, дальше такой летит, слышу дальше там бах, потом еще бах. Вот он вот так вот облетал по кругу, и где они... он облетал, там и бахали. И, в общем, так его никто и не сбил. Они что-то, знаешь, как вот я пытался вот эти лучшие. Да бесполезно. И упреждения выбирал еще, да. Она, я тоже быть... побольше упреждения выбирал. И бесполезно. Она, может быть, летала. А, когда... В ожидании вечерки мы решили нашего черка, который чудом был добыт, фактически это вообще удача такая, на утрянке, закоптить. Вот коптильня, все очень просто, я на пальцах прям рассказываю. Берется, ну это может быть утка, неважно, черок, утка, черок просто вкусный, копченый. Ну обычно все потрошится, все там ощипывается, потрошится, дальше промывается хорошенько, и дальше в соляном растворе, такой только крупного помола, берите соль, делайте такой соляной раствор, где-то, наверное, ну, грамм это 100, наверное, достаточно будет. На одного там вообще еще меньше можно. Размешали и положили. Хорошо вообще, если там несколько уток у вас, две там, допустим, на ночь прям в ведро замешали с солью, пол пачки точно такой на двух уток. И оставили ее засаливаться. Ну или вот как на утрянке добыли, и где-то уже часиком к трем запросто можно, она просолилась. Дальше по принципу копчения горячего. На ольховой щепе под низ положили поддон, потом уже поставили решетку, положили туда черка, закрыли, разожгли огонь в мангале, потому что, во-первых, очень сухой лес, костры мы сейчас вообще не жгем. На земле, не где-то, не в ямках даже. А во-вторых, ветер. Сейчас вот ветер поднялся. Кстати, вот сегодня сейчас смотрим, ветер вообще. Мы даже на рыбалку не выплывали, там просто сдувает. Как еще на вечерке сегодня будет, я не знаю. Но не суть. В общем, поставили минут 30 вот для черка, и все, он уже готов. Вот попробуйте, во, вообще. Вот я считаю, что утку, именно дикую, нужно именно коптить. Вот. Ну, можно запекать еще там специальные соусы, все это здорово. Но вот копченая утка, вот попробуйте, потом мне спасибо скажете. В общем, приятного всем аппетита. Сколько там времени-то уже? Без 10:05. Блин, уже пора это. Пора кушать и потихоньку собираться. Потом помоем. Ну вот и вечерка, друзья. Время у нас с вами сейчас, так, без 15:07 вечера. А я решил вообще сегодня особо, как сказать, не напрягаться. Я практически тут метрах в 50 от базового лагеря нашего нашел такую вот косу и ее край, такой пятак, на котором, в принципе, хорошо довольно-таки просматривается и с правой стороны, и с левой обзор. То есть, в принципе, если утка пойдет... Моя логика какая? Если утка не ходила, ну, то есть она летала, но
конечно, она летала углами такими. То есть она летала вдоль опушки леса. На большую воду старалась она не заходить. То теоретически, как бы на вечерке, то же самое. То есть она сейчас настегана. Она после утрянки настегана. То есть я решил вообще особо силы не тратить. Такая у меня легкая вечерка. Вот. А Илюха, он поплыл на свое туда место, на свою косу. Ну, может быть, и на мое. Вот, кстати, встанет, где я на утрянке стал. Кстати, тоже перспективно. Она там может идти низом. То есть вот, когда уже так стемнеет, она может идти низом. И вот что я заметил. Пока, значит, я сюда по канальчику этому проплывал. Илюха там впереди. Значит, три утки кружат. Выстрелы с той стороны идут, с той тоже. Еще две пошли. То есть утка начала летать. Время, ну, считайте, там без 15:07 вечера. Еще как бы солнце, вот уже выстрелы где-то там пошли. То есть еще солнце как бы высоко для нее. Обычно она начинает при такой погоде, при таком ясном небе, безоблачном, она начинает поздно, когда уже вот сумрак прям. Поэтому еще не знаю, что-нибудь получится вообще сегодня. Да вообще какое-то открытие такое, ребят, сумбурное у меня, честно вам скажу. Раз уж пока есть время пообщаться немножко, вообще свои наблюдения вам рассказать. То есть погода, вот прям жара стоит, ну 30 градусов, да, ну куда, вот середина августа. Вот, жарко, просто вот конкретно жарко, это очень, ну, тяжко. Где-то уже вот с той стороны стреляют. Это я сейчас с вами наговорю, она тут у меня где-нибудь пролетит, так я и не замечу еще. Но это, ладно, бог с ней. Мне этой утки, честно говоря, я вот за Илюху, он вообще на открытии первый раз парень. То есть вот парень очень хочет охотиться, учится, все такой сообразительный, ну правильный, в общем-то, охотник. Я стараюсь как бы ему тоже что-то посоветовать такое, как мы, правильные охотники, делаем. Он молодец, но пока у него результата нет. Вот я прям ему желаю сегодня, чтобы... Может, кстати, то он там стреляет, я не знаю, вот с той стороны. Чтобы у него какой-то результат появился. Сейчас надо будет рацию включить. Да, вот прям они... Вот то место они прям любят. Это противоположное место от моего берега, где я сейчас. Ну да бог с ней, с этой уткой, я говорю, я... Ее и добывал, и, в принципе, и сейчас я тоже не в нулях на открытии. Но, как бы, у меня процесс, у меня природа. Я снимаю природу, отдыхаю сейчас вот душой. Ну, хорошо, единственная жара. Вот, ну, было бы, ну, 23, вот так вот, комфортно было бы. Ну, такая, конечно, тяжко. В общем, ждем, ребят, ждем пролета утки вечернего, вечерней зорьки. Не пуха нам. Так, термос, давай-ка сюда на место. Ну, сидим, в общем, ждем. Ой, ноги затекли сегодня. А я сегодня даже не ложился в лагере. Сон не стал сбивать. Так, где у меня манок-то? Вроде доставал. А куда доставал? Где доставал? Ага, вот он. Ну, так даже на шею вешать не буду, просто... Ну, такие можно, вот, коротенькие, несколько кряков, все, это как бы наметил там их, может быть, там вечерний какой-то пролет, что здесь как бы уточка какая-то сидит там, она спокойная, то есть здесь можно лететь, и все, и тишина, и не надо вот этих вот призывов там, осадок. О, я крякнул, оттуда он с той стороны, со стороны леса. Там вдоль этого леса дорога идет, такая грунтовка. Вот они прям с дороги стреляют. То есть вот идет как бы вот вода, с водой такое, ну, поросли такие, да, там камышовка, небольшие прям, буквально там метр. А потом, значит, за этой дорогой еще одна канава, и прям такой бор начинается. Густой такой хороший бор. Вот они прямо на этой дороге ближе, ну, за этой самой, вот где камышовка там прячется и стоят. Ну, лентяи, в общем. Вот, а сзади меня, ну, сейчас я встану, покажу эту карту. А сзади меня вот такой гнилушник, вот этот березовый. Ну, как бы они там даже могут вообще на ночь осаживаться. Колок такой недоступный, ни к чему не прилегает.
Запад, кстати, там у нас, да? Ну, хорошо, пусть там. Вот, и вот так вот вдоль они этого угла могут ходить. А лагерь, вот он, вот, вот где вот этот вот выступ такой, угол тоже. О, вот здесь прям. Тут вот этот канальчик такой проходит, по которому туда все, и Илюх туда ушел, и я с утра. Ну, в общем, вот такая вот она. Ну, здесь, конечно, вот вода, много очень открытой воды, прям такое озеро там здоровое. Вот, здесь, конечно, так вот поплавали, поизучали. Конечно, всего тут за два дня не охватишь, вот, так что... А завтра уже так, уже такой день будет, утрянка, да, утрянка. И потом будем собираться по домам, вот, надо лагерь будет собирать. Ну, а дальше, друзья, у меня отпуск. Я свободен, как ветер в поле, и мы с вами еще обязательно съездим на наши любимые... карьеры на Петраковку туда, там, где сложные вот эти интересные. Там я уже, у меня даже план там выработан. Ну и Рябчик обязательно будет. В лес сходим. Мне один подписчик попросил, ну спросил вообще, говорит, а вот вы, говорит, ходите, если в лес там, да, ну может на Рябчика с ночевкой. Я вот был несколько раз, я так ходил. Вот, попросил, говорит, опыта немножко поднабраться. Можно будет попробовать. Я даже такой маршрут запланировал. Ну, длинный, километров, наверное, 14. Ну, такой на весь день он. Ну, и можно будет там на ночь остаться. Это будет такой чисто вообще... без особых вообще, без инвентаря практически. Просто такая ночевка, ну, в лесу. Потом по утрянке, кстати, запросто можно там же опять на Рябчика поохотиться. В общем, посмотрим, как пойдет. Сейчас я больше сконцентрирован вот на вечерке. Ну вот тишина сейчас, вот тишина. Почему-то странно. Половина восьмого. Я вот прям время контролирую. Ну, солнце видели, да, уже как бы начало заходить. Вот, сейчас такая будет красота, конечно. Все, сейчас озаряется. Ух ты, цаплю согнали. Вон какая большая полетела, бедная. Не можешь сесть никак. Там какие-то пальба стоит, там... Непонятно, что, куда. До меня тут точно ничего не долетает. Ну да бог с ним, еще дойдет. Куда там кто? А, утка летит. Ну, вон она там, да. Опять же над лесом там пошла. Что-то, в общем, идет по тому краю все. Сюда не хочет. Ну ладно, я же говорю, у меня такой легкая вечерка сегодня. Вот. Больше просто отдохнуть, посидеть, вот просто отдохнуть от всего, воздухом подышать. Ну, конечно, я понимаю, вы смотрите там фильмы, да, где там по 10 набивают через каждые 5 минут, там экшен прям такой. У меня, как правило, вот вы видите, у меня не такое, и охоты сложные. С каждым годом вот как бы сложнее и сложнее. Упустил шанс, и все, и ты будешь сидеть там и... Ну, не всегда будет такой еще шанс выпадет, потому что очень много количества охотников и мало дичи вот, в угодьях, поэтому... А где ее много, там дорого, там сейчас цены все взвинтили, тяжко.
недосягаемо, ребят. Я так, просто проверить, насколько действительно метров 160-150, 160, очень высоко идут. Чё стрелял, куда стрелял? Нет, я даже не знаю, зачем я вообще стрелял. Ну, как бы смысл. Ну, смысл, ну, недосягаемо идут. Просто недосягаемо. Четыре штуки. И опять надо мной, главное, идут, зараза, издеваются. Илюха гаубицу включил. Нормально, нормально. Там все хорошо. Пошло дело. Ну, я даже по рации вызывать не буду. Вот. Да, ему точно, наверное, 3 коробок патронов не хватит на это открытие. Ну ладно, если что, я поделюсь, конечно. Че он? Ну-ка, ну-ка. Что ты сделал? Кого ты там обидел? Смотри, справа тебя 6 штук летит в стае. Сейчас, подожди, посмотрю. Сейчас. А ты взял, да? 7-ю? Да нет, не взял. Там до них был хоть на один меж, и на меня потом развернулись. Понятно, понятно. Вот она. Есть вроде. Отлично. Вот теперь я не вижу, подранок это или нет. Сейчас Илюхе сообщу. Только бы не подранок. Пошел я на лодке. Вот это она шлепнулась. Сейчас будем искать. Не видно. Вот если подранок, это совсем нехорошо. Потому что, ну так, явно не очень-то она прям падала. Если бы упала бы, так упала. А тут она что-то как-то вот прямо нехотя. И главное, я не вижу, куда. Сейчас бинокль будем смотреть, искать. И без собаки, ребят. Ну вот же незадача. Что же такое-то, а? Что же за напасть-то такая? Что ты будешь делать? Ну что ж, друзья, лед закончился фактически. Значит, вот тот подранок, я с ним постараюсь разобраться завтра. Обидно получилось, что ушла она в кусты туда. Оттуда кряки какие-то раздавались, покрякивала. Ну, в общем, некуда ей было, кроме туда, вот тех кустов. Может, еще выплывет, конечно. И я думаю, что завтра по утрянке выплывет. Так. Чай пьем, Илюх? Чай. У меня свой чай. Ну, мы пьем, да, чаи? Да, пьем, да. Это у нас ночные чаи. То есть мы гоняем последние чаи перед сном. Ребят, вот такая получилась, вот такое вот открытие. Первый день. То есть вот такая вечерка в данном случае. Ну, вообще, вот Илюх, да? Как это говорят? Это какая-то странная утка, неправильная, и дает она неправильный мед. Ну, хотя как неправильно, все по погоде, все штатно. Вечерка вообще штатная была. 3 волны, вот обычно. Причем первая из них, она вообще может не быть.
Вот она в этот раз была, она прям летала, и даже иногда довольно низко она летала, в районе 7, да, где-то вечера, вот еще светло было, Илюх, напомни, прям в 7, да, где-то, вот так вот мы встали. Мы ушли полседьмого. Полседьмого? Да, уже как бы уже выстрелы где-то там. Потом вот стихло, потом пошла вторая волна. Это когда уже такое вот стемнело, солнце уже зашло за лес. Все, началась вторая волна. И во второй волне, когда уже так довольно-таки стемнело, она летает низко всегда. Это даже вот, ну, я замечал, и вы там сколько раз, когда охотились. И третья волна, она может быть и может нет. Это когда вот идет вторая волна, это где-то полчаса всего, и все, и прекращается. А потом, если подождать, это уже вот такой вообще полумрак. Она вообще может проходить прям над водой. Вот прям вообще, я не знаю, в сантиметре от вас, в 10 сантиметрах метрах от вас и над водой. Это вот просто точка такая. Вот там уже ничего не наохотишь, конечно. Хотя вот мужики там что-то стреляют или вот в темноту куда-то стреляют. Куда стреляют? Ну ладно, в общем, это их дело. Вот кто-то там скажет... Илюха, там 5 выстрелов, куда, что. Ребят, ружье новое у человека, да? Человек только купил ружье, он к нему привыкает. Человек вообще первый раз на открытии, вот на охоте на утку, вообще первый раз на вечерке, в конце концов, там, да, на утрянке. Ну-ка, я себя помню, то я тоже делал какие-то ошибки, я привыкал. Это столько всяких факторов, разные ощущения. Оружие, патроны, бой, как летит утка, утка это не тарелка, какая-то концентрация, какие-то там самоанализы, самобичевания, вот это все проходило. Обиды и расстройства, почему я не попал в эту утку. Ну все мы это все, ребят, проходили. Потом как-то это все отпускается и потихоньку начинается, то есть практика. Так что спокойной ночи и до завтра. Ни пуха нам на уже финальной, так скажем, вечерке открытия. Второго дня открытия. А дальше мы сворачиваемся и по домам. До завтра. Свет такой розоватые оттенки. Ну, будет красота, конечно. Время 4. Ну, что-то пока... Что-то сегодня... Она запаздывает, ну, по сравнению со вчерашним. Наверное, позже пойдет. Ну, вообще, сейчас должна уже начать летать. Если, конечно, ее тут за вчера всю не выбили. Да нет, вчера эти выстрелы все я смотрел в бинокль тоже. Она высоко ходит и... Они стреляют, прям номера как бы стоят по цепочке и, конечно, не достает дробь. Да я сам попробовал несколько раз, бесполезная затея. Все, начинается такое. Опять этот градиент. Вот она, вон летит. Вот она, вот. Да что ж такое-то, а? Вон они, две летят высоко-то. Высоковато, конечно. Ну ладно, 2 выстрела, вот все залетало. Отлично. Ну, высоковато, да. Я все-таки надеялся, что может зацепит, но даже где-то рядом так прошла, она так отвернула чуть-чуть. Ничего, это пониже будет, чем вчера, конечно. Вчера вообще недосягаемая высота, тут хоть пониже. Ну, пора бы. Я думал, что 2 пролетели, все, лед начался. Как бы тишина вообще. И с того конца тишина, и у Илюхи там вообще глушь.
пока только у меня и вот оттуда и все. Я подозреваю. О, только я сказал, и вот оттуда пошли. Илюха поставил сегодня на МР-ку свою, на 155-й коллиматор. Такой китайский, но ездили, вроде как бы пристреляли его. Ну пробует парень, экспериментирует. Все правильно делает. Опа, вот она. Ух ты, ничего себе, она разогналась. Не успел я вложиться, ребят, вовремя. Поэтому промах. Ну уже такая она настеганная шла. 1-очечка такая, да, настеганная такая уже шла. Обалдеть. Очень, она, конечно, разогналась, будь здоров. Не успел я и вложиться правильно, не успел, и обогнать ее. Ну ладно, хорошо. Это уже третья утка, да? Ну там пара была, и сейчас вот эта третья, которую я видел. Ну так, они пониже сегодня, пониже. Лягушки. Так, сейчас попробую эти вот кусты протрясти. Может, где-то там и подранок мой сидит. И так потом, думаю, вдоль берега прям пойду. Прям до того угла. И если там ничего нет, то обратно. Вернусь и в лагерь. Вот такой план небольшой. Задача на сегодня. Вообще тишина, да. И рыбаков, кстати, мало сегодня. И воскресенье. Видимо, люди тоже. Не как я в отпуске, а готовят так. А там у нас что сидит? Вот это вот. Нет, это вообще какая-то грязь. Подъем! Да, в общем, не нашел я подраночка этого. Ну, наверное, такое не сильное ранение, совершенно не смертельное. Дай бог, чтобы оклемался да улетел. Плыву обратно, в общем, в лагерь. Может быть, там пару часиков прилягу перед сборами. Все, друзья, увидимся уже в лагере с вами.
вернулся. Где дичь? Где да? Я там пару раз. Да я слышал, да, это здесь. Я слышу, что кря-кря-кря. Подошел, смотрю. Кря-кря-кря. Бах. Не поднялась. Метрах в 300 где-то там взлетела. А, далеко, но. А слышно, да, по воде и люху? Может быть, и не взлетела та, которая была целевая, ну, который, ради которой я бил. Но она, мне кажется, должна была взлететь, если там была. Там еще ударил тоже, бахнул. Угу. Слышь, что-то это, там. Крылья. А-а-а! Ну, да так, ты шпи. Ну, вряд ли, конечно. Наверное, драки у них там и сядет на шее. Да-да-да-да-да-да-да. А у них такой звук кормящийся был? Да-да-да. Ну это они у них трапеза. Не взлетели. Они сейчас хорошо сидят. Ну, у тебя понятно, а у меня шансы были. У меня сегодня был шанс, на вечерке был. Ну, не использовал, ну что. Ну, бывает. Вот, сейчас что, Илюх, тогда приляжем, да, наверное? Пару, часик, парочку. Отдохнем и потом сборы. Ты как? Я, наверное, уже не усну. Не уснешь? Ну, кофейку тогда дерблузни. А я, наверное, часик, может, посплю. Поспи часик, я пока сойду, соберу. Подсоберешься, да. Ну, посмотрим. Может, я тоже не буду ложиться. Я тоже вон уже этот коптильню собрал. Ну, сейчас тогда это сам потихоньку. Ну что ж, друзья, вот и все хорошее когда-нибудь заканчивается. Подошел к концу наш двухдневный охотничий поход на открытие летне-осеннее 2018. Ну, сказать, что оно неудачное, не удалось, это будет неправильно. Потому что любой выезд на охоту – это уже удача. По количеству дичи, ну, в принципе, это ожидаемо. У нас в Подмосковье, Московская область, она вот примерно такая охота. Нет, местами есть, конечно, это тоже доля удачи, когда там ты добываешь больше трофеев. В этот раз нам с Ильей не очень повезло, так скажем. Однако все равно как бы счет открыт. Вот, хоть черок, но один-то есть, это же не ноль черков. Вот, в конце концов, просто выехать на природу. Целью этого фильма я, наверное, хотел вам показать, как можно с друзьями, с другом, допустим, вдвоем, с напарником, там, коллегой по охоте, выезжать на природу, на охоту, отдыхать культурно, цивилизованно, наслаждаться природой, получать удовольствие от охоты, ну, может быть, одному даже, вот. Вот так приезжать, замечательно, друзья. Мы потихоньку собираемся домой. Нас с вами еще ждет, как я вам говорил, я в отпуске, так что сейчас дома немножко дела поделаю, дальше свинчу на дачу, и там уже нас с вами ждет наши любимые петраковские карьеры, вот, на которые обязательно будем ездить. В сентябре я туда поеду с чучелами, а вот в августе, ближе к концу, мы там с вами просто попробуем утрянку, вечерку. Вот, и на свои, так скажем, назовем их там дачные карьеры, вот, тоже попробуем съездить. Так что впереди все только начинается. Всех коллег-охотников, ребята, с открытием вас, с полем, я надеюсь, можно поздравить. Вот, у кого в регионах еще открытие предстоит, ни пуха вам, ни пера, рыбакам ни хвоста, ни чешуи. Большущая вам удача. Ну и пока, увидимся.